мы сейчас будем Лего Фрэндс делать. Да, у Мадины новое такое кафе. Да. Оно идет 6+. Одно кафе мы уже открывали, оно было 4+. Это Лего 6+. Сейчас мы посмотрим, чем они отличаются. Но здесь мы видим, есть кукла Мия. Такая же Мия, которая у нас лежала в каком Лего? Лего Фрэндс, да? Какой-то у нас там другой, я не помню. Где Мия у нас лежала, Мадюш? Там. А, детская площадка. Да. Точно, она была с собакой. Так, ну что, открываем, Мадюш? Давай, покажи. Да. Где-то здесь специальные для пальчиков такие. Да, мама тебе уже помогла. Вот, нажимай прямо на них. Угу. Разрываем, да? Разрываем и высыпаем. 3 пакета. 4 пакета. Первая коробка, наверное, у нас, которая 4 пакета. Так, одна инструкция. Нет, это реклама будет. Эта инструкция огромная такая. И здесь она как глянцевый журнал. Смотри, какая она. Плотная бумага. Посмотри, какая плотная. Обычно такие маленькие книжечки у нас попадались. А здесь... Что еще там есть? Доставай. Наклейки. Да. Чтобы клеить. Так, наклейки. Еще там... Ух ты, еще какие-то детальки. Видишь? Да, сейчас мы будем все делать по инструкции. Это надо наклеить. Да, вот это мы сейчас будем клеить. Да, надо такую белую штучку наклеить. Это блендер, Мадина, смотри, здесь делают фруктовый смузи, да, или сок? Давай начинать. Так, пакетики у нас какие? Какой номер? Какой у нас пакетик начинает самый первый, как ты думаешь? Это номер 4. Вот, значит, номер 1 у нас начинает. Мы его открываем. Да? В Лего Фрэндс, вообще Лего, нужно... Мама, там еще один пакетик да. Внутри. Пакетик в пакетике. Так, Мадюш, высыпай. Уже открыли. Так. Нужно быть аккуратным, такие мелкие детали. И здесь в пакете лежит еще... Еще лежит один пакетик. Мы его пока открывать не будем. Мы будем соблюдать инструкцию, и нам скажут, посмотри, когда его открывать. Посмотри, еще здесь колечки есть. Так, открываем книгу. Мадюш, ну что у нас? Так, это подожди, вторая. Это вторая. Смотрите, это второй, третий, четвертый пакет. Вот этот глянцевый журнал большой, здесь сколько страниц? 86 страниц. Это вот эти второй, третий пакет, да? А, это пятый. Да, это книжка номер один. Еще один колесо. Открываем. Здесь у нас что показано, как Мадина открыла. Дальше. И пошли. Начинаем собирать с Мии, Мадиш. Так. Собираем Мию. Так. А затем собираем вот такой стул. Чтобы собрать Мию, нам нужно открыть еще вот такой пакет, который был в пакете. Да. Да, да. Там лежит Мия, да? Я вижу ее волосы. Вот он, парик ее. Мы, кстати, один парик такой потеряли, Мадиш. Да. И не нашли. Давай открывать. Давай. Открываем. Высыпаем. Там тоже шлем. Какой шлем? Это парик, Мадюш. А, шлем, точно, для Мии. У нас есть точно такой же шлем. Он попался в другой нам серии, я не помню. Смотри. Даже. Так, это чье-то туловище. Это какой? Девочка, девочка, смотри, Мадюш. Вот она, девочка. Так, ну давай собирать. А то нас ждут ребята. Вот. Давай начнем. Сейчас мы сделаем вот это действие первое. И дальше продолжим. Так, смотрите, что у нас получилось. Сейчас я фокус наведу. У нас получилась Мия, вот эта девчонка. А, столик. И последнее действие. Нам нужно наклеить вот такую наклейку. Мадина отклеивает. Мадина ходит на музыку. И за каждое задание... Они получают наклейки.
они выбирают и клеят наклейки. Поэтому у Мадины наклейки клеить получается отлично, да, Мадюш? А это зачем еще одна? Так, дальше что мы делаем? А, у нас получился вот такой столик, да? Красивый столик. Дальше, переворачиваем, что мы делаем? Мы сейчас будем делать еду, да? Это еда. Так, что это? Это стул. И меню. Так, делаем. Так, мы собрали. Теперь нам нужно наклеить наклейку. Вот Мадина уже клеит. Это витрина, да, Мадюш? Здесь будет... Это чтобы знали, да, что там покупать. Что в меню. И мы сделали вот такой хот-дог. Представляете, хот-дог из лего. Вот, на стол Мадина уже поставила. Вот у нас готов стол. На стол нужно наклеить тоже вот такую наклейку, Мадюш. Смотри. В полосочку. Вот она. Вот она, смотри, Мадюш. Вот она. Оранжевый зачем? Так. Ребята, а вот эта оранжевая бубука... Пока еще не нужна нам, да? Она нас подождет. Так, ставь стульчик. Смотри, что мы сделали. Стульчик. Столик, девочка, сэндвич. И это всего лишь из, наверное, половины того, что мы высыпали. Продолжаем дальше. Переворачиваем. Нам нужно сейчас будет сделать вот такую конструкцию. Непонятную пока. Мы сейчас сделаем и продолжим. Получилась вот такая конструкция. И сейчас нам нужно сюда наклеить наклейку. Вот она, наклейка с фруктами, видишь? Тоненькая-тоненькая. Вот она, нижняя, видишь? Да. Дай мне показать, как где она. Давай. Вот эту наклейку нужно наклеить. Дай мне эту штучку. Угу. Это как будто бы бампер. Это такая тележка овощная на рынке. И вместо номера у нее фрукты. Клубника, банан, кусочек яблока, киви и морковка. Сейчас покажи, что у тебя получилось. Вот такой бампер получился. Дай. Нам колеса, да? Так, давай. Да, а ну-ка, пальчики убери, я сейчас покажу. Вот такой получился. Теперь мы переворачиваем страницу. И нам нужно собрать. Продолжаем дальше собирать. Да, вот такая штучка у нас получилась. Продолжаем дальше. Мама, переворачиваем. Мальчика. Сейчас посмотрим, что у нас тут. И мы сейчас приступим собирать вот эти части. Мама. Смотрите, ребята, что у нас получилось. Это просто невероятно. Вот это два коктейля с трубочкой. Здесь клубника, здесь барбекю. Это блендер, да, Мадина? Это блендер или какая-то соковыжималка? А внутри лежат... Сейчас мы покажем. Вот такие вишни. Зеленые и красные. У нас это запасные. И у нас еще попалась одна запасная вот такая деталь. Это трубочки. В Лего Дупло, в Лего Френдс всегда кладутся лишние мелкие детали. Мы уже много раз замечали. У нас даже, по-моему, доллары, помнишь, ложили лишние? Вот такая красота получается. Но мы продолжаем собирать. Это еще только начало. Так, продолжаем дальше. Сейчас мы собираем вот этот велосипед. Вот собрали мы этот прицеп. Ну, мне кажется, тут будут колеса. Следующая картинка. Ну да, Мадюш, вот и колеса. Ты хотела присоединить колеса? Вот и они. Давай. Сколько нужно? Два колеса. Два колеса зеленых. То Мадина их крутит и не знает, куда поставить. Мама не дает, да? Вернее, Мадина знает, куда поставить, но мама говорит... Давай следуй инструкции. Первый пакет мы завершили. Мы собрали первый пакет. Здесь вот такая вот классная реклама. Это тоже серия Lego Friends.
Ой, это для девчонок уже постарше. Лего Дотс. Лего Сити для мальчиков. А, это вот комплект, что сюда входит, наверное. Все детали описываются. Все, что тут входит. Все, Надюш, поставила? Давай, покажи. Вот, смотрите, мы собрали первый пакет. Эти детали у нас не в пакете были, были отдельно. Из первого пакета мы собрали. У нас, получается, осталось лишние вот такие детали. Из первого пакета мы их сейчас положим обратно в пакет, чтобы не потерять. У нас получилась вот такая классная... Ой, Мадинка, я только навела камеру. Стой, подожди, не уезжай. Вот такой классный велоприцеп, да, фруктовница. Здесь можно заказать коктейль фруктовый. Мы сделали Мию, бутерброд. Мия упала у нас. Это возле него. Так, Мия, девочка, стульчик, меню. Так, ну мы продолжим завтра собирать. Да, Мадюш? Оставайтесь уже... с нами, уже поздно, да, Мадюш? Потому что уже ночь. Ночь, да, мы завтра утром продолжим. Оставайтесь да. с нами. Пока можете подписаться, да, Мадюш, на канал? Да. Так, продолжим через несколько секунд. Все, Мадюшка, привет, поздоровайся. Всем привет! Мы продолжаем делать видео. Да, мы продолжаем уже утро. Мадина выспалась, да, Мадина? Да. Завтракала, и сейчас мы собираем второй пакет, и мы взяли для этого вот этот большой, вот эту большую инструкцию. Первый раз нам такая инструкция попалась. 86 страниц. С первого пакета нам удалось собрать вот это. И... Мама, еще один такой, у меня есть такой большой. Так, ну мы вот открыли, получается, открыли пакет. Открываем пакет номер 2. И нам показывают, что мы сейчас соберем вот такой каркас, да, этой кухни. И вот этот дедушка, его зовут Марсель. Сейчас мы его соберем. Мадина, высыпай второй пакет. А вот здесь я тебе уже надорвала. Дедушку зовут Марсель, Мия и Ава в наборе. Так, в большом пакете лежит, как всегда, маленький пакет с очень мелкими деталями. Это очень удобно. Высыпаем. И сейчас мы высыпем маленький пакет. Вот во втором Мадина собирает Марселя, и во втором пакетике лежит его голова, лысина, да, его? Как у меня дедушки тоже лысые. Да, как у дедушек лысые. Вот это маленький пакет. Еще бывает, у дедушки тоже лысые. Так, Мадина собрала дедушку, покажи. Вот. Покажи. Вот, Марсель. Сейчас я наведу. Вот он, Марсель. Фокусируется. Так, Марсель, переворачиваем страницу. И мы делаем вот такую конструкцию и возвращаемся. Площадка. Так, вот у нас получилось, Мадюш. Вот, так. Вот такая площадочка. Да, площадочка такая. Так, переворачиваем. Теперь мы делаем вот это. Так, вот оно получилось. Переворачиваем. Сейчас нам нужно будет наклеить наклейку, соединить эти две части и поставить их на основу. Клейки, да? Нравится клей, да? Да. Собирать нравится. Вот такая красота получается. Да, не... да. Так, вот что у нас получилось. Собираем вот эту часть.
Так, вот что у нас получилось. Наклейка. Что тут написано, Мариш? Опа! Открыто, да? Открыто. Поверни, пожалуйста, Мариш. Опа! Вот такая дверь. Так, мы это все соединили, дверь мама, сделали. Когда мы... Дальше когда делаем. А вот сюда смотри. Вот, видишь, на стекло. Показу. Вот такая витрина веселая получилась. Вы что куда-то свезли витрину? Так, вот у нас получилось. Все увидят, что это кухня. Да? Угу. Так, а мы ее ставим. Следующая страница. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, семь, десять, один. И вот такая печка, а внутри печется хлеб. Продается хлеб, да, Надюш? Давай. Вот, разворачивай. Пока им Мадина играется, мы продолжаем. Вон, достанешь хлеб. А ты переверни. Вот так, наклони немножко. Вот так. Покажи. Вот такой он маленький. Черный бородинский, да, Мадюш? Там еще красный есть. Так, сейчас мы делаем вот это. Да. Так, вот у нас готово. И присоединим печь. Да. Дальше продолжаем. Съем. Я тебя съем. Ребята, а в ее целом городе здесь. А у
Собрали. Собрали. И теперь у нас показывают, что нужно, пришло время открывать третий пакет. Мадёш, представляешь? Мы дошли до третьего пакета. Третий пакет. Третий пакет выглядит вот так. Сейчас мы его откроем. Мелкие детали, которые остались, мы складываем. Мадёш, где наш пакетик? Мелкие детальки мы складываем отдельно в пакетик. Бывает часто такое, что складывают двойные запасные части. Это, скорее всего, будут запасные части. Так, сейчас мы откроем. Да, высыпай, Мадюш, показывай, что там. Здесь сразу я покажу, лежит маленький пакетик. Опять? Да, опять. Вот он. А ты высыпай из большого пакета, что есть. Да. Тут даже ложка лежит, я вижу. Да. А здесь какие-то желтые детали, сейчас будем собирать. Да. Что? Ага, это вот. Это крыша самая. Да, крыша. Мы сейчас будем делать крышу, да? Да, так. Вот, начинаем отсюда. И продолжаем дальше. Переворачиваем. Так. Продолжаем. Вот. Высыпаем. Открываем. И высыпаем. Да. Мадина говорит, тут две ложечки, да, Мадюш? Да, вот. Еще одна и вот. Чин-чин-чири. А еще кружечка одна, смотри. У нас была одна уже. Значит, что тут еще интересного? Краник. Краник. Краники у нас такие есть. Еще а это один, что? Еще лопаточка, один. Да? Или? Нет, это чтобы... Покажи, топор. Ты что, это не... Да я покажу, Мадюш. Такой маленький. Это топорик рубить, да, мясо? Не мясо. Так, мы сделали, подожди, вот такую крышу. Не мясо, не мясо. И сейчас продолжаем собирать. Мы только на 45-й странице. И еще 80... А, еще столько же почти. Я буду смотреть. Так, надо наклейку наклеить, Мадюш. Вот, еще Мадина наклеила наклейку. И вот... присоединяет вот сюда. Кафе. Кафе. Давай сюда, Мадюш. Кафе. А где кафе? Вот так. Кафе, это на английском. С это русское, а на английском. Так, продолжаем дальше. Поставили кружку, кассовый аппарат. И цветы поставили. Так, продолжаем дальше. Собираем что-то непонятное. А, это кофемашина, скорее всего. Вот, поставили кофемашину. Тут на картинке. Вот она вот так выглядит. Продолжаем дальше. Сейчас мы будем делать бутерброд. Какой? А, вот, смотри. И еще один бутерброд. Так. Один сэндвич готовится. А один готовый уже стоит
на прилавке. Еще бутерброды. Тут столько бутербродов, Мадюш. Еще нужно собрать стол и наклеить наклейку. Еще один стол Мадина делает. Так. Вот мы еще сделали стол. Сделали бутерброды. Вот они, бутерброды. Это булочная, да? Здесь печется хлеб. Здесь готовые бутерброды. Здесь кофе можно сделать. Мама, кофе. Здесь меню. Так, дальше что тут еще? Уже становится интересно, да? Так, делаем стульчик. Клеим наклейку, ставим стул и стол. На стульчик Мадина сделала наклейку. Ой. И ставим рядом вот такое кафе. Так, дальше что у нас? Листья салата, помидоры. И открываем дальше четвертый пакет. Все, открываем последний четвертый пакет. В нем я вижу уже маленький пакет. Мадюш, ну открывай, уже устала. И там лежит морковка, да? А там лежат хвостики от морковок. И у нас уже есть морковки. И еще смотрите, вот морковка. Ну сейчас мы да. Это будет украшение. Мам, можно я вот это сейчас открою? Можно? Ну давай потихоньку открывай. Могай. Еще даже лежит вот такие ключи. Мамочка, ты чуть-чуть откроешь, а я до конца сделаю. Хорошо. Открываем. Такого сложного вообще у нас не было, Лего. Хотя мы долго собирали тоже, помнишь, ветеринарную клинику? Да. Мы очень долго собирали. Банки, ребята? Да, у нас где-то есть на нашем канале. Может... Чего у нас только нету, да, Мадина? Да, чего нету. Ой, мамочка, смотри, балкончик можно сделать. Так, мы сейчас делаем балкончик. Вот это. Так, следующая страница, собираем вот такой каркас. Так, уже осталось совсем чуть-чуть. Мадина клеит последнюю наклейку, наверное, да? Это мусор. Мусор, да? А, это корзина для мусора. Вот он. Вот мы ее сделали. А ну-ка, давай, Мадюш, сюда. Корзина для мусора. А здесь лавочка, да? Здесь лавочка. Это вот ящик для сбора мусора. Переработка отходов. А так. Что отходов будет? А как мы делаем отходы? Это переработка отходов, когда выбрасывают мусор, и их перерабатывать можно. Вот мы присоединили к кухне. Отдел для сборки отходов. Здесь стоит бак. Здесь уже мы выбросили испортившиеся листья салата. И все это происходит за кухней. То есть здесь готовят и сразу здесь выносят мусор. Вот мы почти собрали. Что еще тут можно собрать? Так, ну сейчас мы, получается... Ставим это вот это. Я люблю кофе. А, соединяем. Я уже делала. Собираем еще бутерброд. Я умная, я умная. Так, ну и до сюда мы дойдем. Да, Мадина уже устала и мама, а помнишь, второй завтрак. Мама, уже ночь? Уже ночь? Еще утро, Мадина. Так, и все, тут уже почти все остается. Морковку делаем, ставим сюда в грядку. Здесь она растет сразу же. Так, морковку высаживаем, листья салата.
Так, здесь растет вишня. Делаем сад. Оп, вот так вот должно получиться. Все. Сейчас мы это все делаем. Получается, огород нам осталось сделать. Так, вот так вот мы собрали. Это получается сад, да, в котором выращивают еду. Здесь кафе. Вы можете заказать кофе. Посидеть внутри кафе, на улице. Здесь готовятся бутерброды. Здесь основная кухня. Рабочая поверхность, кетчуп. Здесь печется хлеб. Там лежит хлеб. Он перевернулся. Так, здесь отходы. На улице получаются отходы. За огородом сразу же. Ну что, Мадюха? Так, а это что у нас получилось? Подписывайтесь на канал и ставьте палец. Пока. Пока. Я что-то икаю, мама. Икаешь? На, возьми молоко, попей. Надо воду пить.